В Зенском муниципальном районе продолжается городской театральный фестиваль «В мире театра». Очередным концертом порадовал горожан детский сад НЖ. Напомним, что конкурс проводится между коллективами, предприятий и организаций. Выступления самодеятельных артистов оценивает жюри по нескольким номинациям. Весь коллектив детского сада НЖ на один день превратился в артистов. Концертные номера были подготовлены по всем номинациям, среди которых уличный театр, театр теней, театр миниатюр и другие. Коллектив детского сада творчески подошел к созданию концертной программы. Сами написали сценарий, разработали и сшили костюмы. Привлекли к участию и родителей. Нашлось в серии концертных номеров и место пародии. Главная цель концерта была достигнута. Зрители узнали о разных видах театрального искусства. К тому же каждый номер был насыщен искрой задора. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты жена плыляла в королеву красоты. Номера выбирали, придумывали. Затем это все надо было связать, ведущих выбрать. Вот я считаю, что у нас очень удался концерт, очень был интересный. Мы участвовали во всех номинациях, которые были в положении. Потому что наши девочки молодцы, очень талантливые, красивые все, задорные. Наш концерт прошел на одном дыхании. После завершения фестиваля жюри выберет лучшие номера, которые и примут участие в гала-концерте. Елена Маврина, Игорь Майоров, новости Татарстана.